Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Эверви. Друзья, я сделала вывод. Проект платит. Это мой первый вывод. И сегодня, зайдя на почту, у меня извещение по выводу. Сразу же я пошла, вот, зашла в проект. У меня вот такое объявление: ваши средства выплачены. И они здесь просят оставить отзыв. Я кликнула на ссылочку, естественно, написала отзыв. Вот мой отзыв сразу же. Вот мой первый вывод. Просят скрин как бы оставить. Это все я оставила. Вот. Здесь я работаю абсолютно без вложений на соцсетях. Здесь очень много на чем можно зарабатывать. Вот баланс. Значит, пополнить баланс — это для рекламодателей. Вывод средств я нажала. И вот у меня закрыто, я сейчас не могу. Минимальный вывод отсюда 8 долларов. Было 10 долларов. Но пока я работала, стал 8. И как раз я поставила денежку на вывод. Выводила я на Pair. Я очень довольна проектом. Я работала, потом я немножечко подзабыла, почему я подзабыла о нем. Навела я в закладках у себя порядок и, естественно, подзабыла о нем, пока мне кто-то не написал там комментарий. В общем, под видео я вспомнила об этом проекте, пошла искать и опять начала активно работать. Значит, здесь можно установить расширение. У меня расширение отключено. Я зарабатываю просто на соцсетях. Также можно купить VIP-статус. Это по желанию, друзья. Значит, 5,99 на 15 дней. Здесь информацию, это все можно прочитать. Ну и тут по нарастающей. Здесь, значит, смотрите, категории задач. Очень много на чем можно зарабатывать. Вот. Далее выполнить задачи. Вот трафик на сайт. И вот здесь вот можно как бы зарабатывать. Я уже не буду. Здесь мы кликаем. Ну, давайте я вам покажу. Нас перебрасывает на страничку. Можно остаться на страничке, просмотреть. Идет вот здесь отсчет времени. Давайте подождем. Вот 15 секунд. И читаем вот здесь всю информацию, что нужно сделать. Здесь все строго. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Они проверяют все. В районе 72 часа. Ну, как правило, это все быстрее. Все, таймер окончился. Мы закрываем вот эту вкладочку. И вот видите, появилась вот зеленая. Все, мне зачет. Кликаю далее. Я просмотрела рекламку. Мне вот, ну, копеечка засчиталась. Таким вот образом мы просматриваем всю рекламку. Далее здесь трафик, подписчики Twitter, лайки Twitter, ретвиты, каналы Telegram. Потом появилась новая — лайки TikTok, просмотры YouTube. Я вот просматриваю тоже. Так. Лайки YouTube, дизлайки, группы ВКонтакте, паблики ВКонтакте, лайки, репосты. Господи, здесь всего-всего-всего. Вот. И также не забываем вот читать вот эту всю информацию. И вот здесь все это мы читаем. Так, давайте я перейду на почту. Я даже письмо не открывала. Вот, мне пришло письмо. Ставила я на вывод 23-го числа. И вот сегодня ночью мне, почти в 4 часа ночи, пришло письмо с учетом комиссии плюс 7,52, 25-12.
Значит, Эверви. Вот. Все замечательно. Можно работать. Также, друзья, здесь очень недорогая реклама. Вот то, что меня интересует, так это реклама. Вот, начала я тут немножечко вот разбираться. Значит, так. Новый заказ. Здесь абсолютно недорогая реклама. Здесь пополнение от 1 доллара. И можно как бы рекламить свои проекты. Вот это мне очень. Значит, подписчики Инстаграм, лайки Инстаграм, комментарии, трафик на сайт. Вот это вот хорошо. Значит, сюда вставляем ссылочку. И у вас сразу она становится вот сюда, ваш проект. Автоматически. Я уже проверяла. Вознаграждение за одно действие 0.202. Так, минимальное вознаграждение 0.202, максимальное 0.01. Чем выше вознаграждение, тем выше будет находиться ваш заказ в очереди на выполнение. Но я все равно, неважно, все просматриваю, как бы. Далее здесь мы ставим галочку. Например, сюда я ставлю всегда 100. Сюда. Например, 1000. Ну, сюда ссылочка, она подставится. Это все поставим. И создать заказ. Ну, надо, чтобы на балансе копеечка была. Вот это я уже после буду пополнять. Вот очень. Ну, я считаю, 1 доллар это недорого заказать рекламку. А вы уже там... Это по желанию, друзья. Я как рекламодатель, мне очень интересно. Далее, трафик на сайт. Твиттер. Далее, лайки ТикТок, просмотры YouTube. Все то же самое. Вот. Просмотры, лайки, дизлайки. ВКонтакте. Всевозможные. Все, что угодно можно рекламить. Кому интересно, присоединяемся. Я проектом, конечно же, я довольна. Видите, мне опять это самое все. Я уже как бы... И вот мои действия. Вот. Ну что ж, тут тоже вот новости как бы идут. Тоже это желательно все читать. На этом все. Приглашаю. Хотите работать? Работайте. Не хотите, не работайте. Это ваше право. Да, и реферальная ссылочка. Сейчас надо найти реферальную ссылочку нам. Так. Новый заказ. Так, конкурсы. IP. Так, где у нас ссылочка-то реферальная? Я уже давно как бы и не рекламлю этот проект. Я сижу здесь себе тихонечко. Значок вот можно поставить. Так, сейчас будем искать ссылочку. Вот, история операций, настройки профиля. Так, вот здесь я настройки профиля сделала. Здесь можно, вот я прописала кошелек Payeer. Так. Сейчас я найду ссылочку. Вот вкладочка рефералы. Вот заработать категория. Выполнится конкурс. И вот рефералы сюда кликаем. И вот здесь наша партнерская ссылочка. Можно поделиться в соцсетях. Как бы здесь список. Источники, баннеры, промокоды. Это все здесь есть. Можно выбирать любой. Вот. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.